А вы находитесь на канале Asmodeeplay. Итак, давайте нитки, посмотрим, что нам взлететь, стоят за этими воротами. Имеется. Дело за тобой. За воротами. Не разочаруй меня. Пойдите вы нах. Открывайте ворота. Назад, открывай ворота. Не разочаруй. Так. Прорываемся на платформу. Блин. Ладно. Как меня быстренько, да? Завалили. Синитки, которые не дают нашим взлететь, стоят за этими воротами. Дело за тобой. Не разочаруй меня. Э, где мой пулемет? Назад, открывай ворота. Прорываемся на платформу! Пошли слева! Так. Сваливаем. Кто еще? Блин. Блин, блинский. Синитки, которые не дают нашим взлететь, стоят за этими воротами. Дело за тобой. Не разочаруй меня. Падла. Ладно, сейчас немножко по-другому попробуем. Чтобы хотя бы и от вас толк-то был такой. Готовы! Прорываемся на платформу! Вот так! Получите! Вот почти получилось, да. Но смысл тот же. Чтобы вы тоже в атаке-то охренели немного. Синитки, которые не дают нашим взлететь, стоят за этими воротами. Дело за тобой! Не разочаруй меня! Давайте. Назад, мы открываем ворота. Тихо, тихо. Бля, бля. А вы не могли, да? Не могли. Ну, кстати, у дамбы, смотрите, какая плотина. Интересно. Синитки, которые не дают нашим взлететь, стоят за этими воротами. Дело за тобой. Не разочаруй меня. Хорошо, хорошо. 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 Готовы! Прорываемся на платформу! Башни слева! Так. Так, я вам немного помог. Ни хрена вы даже... Вы даже ни хрена не сделали, если честно сказать. Вот вообще ни хрена. Я думал, хоть что-то вы сделали. Синитки, которые все, теперь не я понял, там смысла нету, толку и ноль. Дело за тобой. Не разочаруй меня. Давай. Я понял, что вы бесполезный кусок говна. Всей толпой. Прорываемся на платформу! Башня слева! Она уже свободна, башня слева. Прорываемся, приползаем! Давай! Ай-яй-яй! Так. Ни хрена, это что прилетело там мне так? Что за мина такая? Пиздец. Синитки, которые не дают нашим взлететь, стоят за этими воротами. Дело это за тобой. Пиздец, не разочаруй меня. Назад, открывай ворота.
Так, гранатометчика сняли, тихо. Готовы! Прорываемся на платформу! Пошли слева! Отойди, отойди! Вы же бесполезные куски говна. Пиздец. Чё так все бахает, взрывается и... Уф. Все нитки, которые не дают нашим взлететь, стоят за этими воротами. Хрен я пойду. Дело за тобой! Не разочаруй меня! Буду издалека стреливать. Вот сниму вам первых гранатометчиков, потом жду, когда вы продвинетесь. Давайте, продвигайтесь. Готовы! Прорываемся на платформу! Пошли слева! Почему вы в меня стреляете? Прорывайтесь, давайте. Давайте. Где там еще кто есть? Ай-яй-яй. Давайте, давайте. Вот так. Подкрепление! Обороняйте левый фланг! Это платформу! Выберите себе по сектору и валите всех узкоглазых! Не отступать! Держать оборону! Ай-яй-яй! О, ну хоть что-то сделай! Уродцы! Стойте! У них на пушках электронная РЛС. Я могу кое-что подправить, чтобы они не стреляли по нам. Давай. Что это значит? Обратим их оружие против них! У тебя 2 минуты, потом мы их взорвем! Джейкоб, Риана, прикройте хопера! Они прорываются справа! Противник приближается! Берите сюда, закрыть платформу! Держать позиции! Так... Ой-ой-ой... Кто там еще остался? Где кто? Давайте, давайте, давайте. Кто? Кто где? Справа края никого. Еще кто? Скорее! Есть! Готово! Ура! Она перезагружается! Давайте! Мы захватили батарею! Орудия наши! Можно поднимать самолеты в воздух! Вас понял, поднимаю истребители! Ну, вроде... Слишком много! Дьявол! Они лезут отовсюду! У нас есть БПЛА! Сейчас я вас подключу! К вам направляется корейская танковая колонна. Рекомендую использовать БПЛА. Так. Отлично, отлично. Тут еще несколько танков. Добейте их. Еще один, прекрасный выстрел. БПЛА заканчивается топливо, возвращаюсь. Нужно быстро убираться отсюда. Хаммер! Я поведу. Откуда, Джейкоб, кто там? Впереди. Уходим с моста. Никого не вижу. Горите, падлы. Давайте скорее в джип.
А я успел? Я еще и за пулемет. Какая прелесть. Так. Своих-то нету. Убери с дороги эту машину! Вперед! Закатим их! Выводи нас отсюда! Мы на прицеле, используй защиту! Ай-яй-яй! Так, я не сумел, да? Я не сумел. Блин, а можно еще раз такую штуку? Джейкоб! Я бы сверху все бы застрелил бы нахрен. Ханнер, уберите его! Что надо было использовать? Не понял. Я ж начал стрелять по нему. Все нормально, все как должно быть. Я поведу. Джейкоб. Что-то мне. Уберите его. Мозг, это что-то дорого выходит. Жал. Ни хрена не понимаю. Я поведу. Джейкоб, садись впереди. Халер, уберите его. Давайте посмотрим. Букву F, значит, да, нажимаем. Так, все понял, как она здесь. Уничтожьте вражеский Голиаф. Тоже Голиаф. Ну и в гору же, блин, машина-то знакомая. Говорит Конор Морган. Ну да. Юга движется вражеская танковая колонна. Запрашиваю немедленный авиаудар по мосту. Воздушный удар невозможен. Свои слишком близко. Нужно атаковать их сейчас. Нет, у нас нет четких координат вражеских целей. Дерьмо. Вождь, огонь по мосту. Ладно, пока нас защищают. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Воздушный удар. По мосту. Мост я как выдержал. Это что мост первый должен рухнуть. Конор! Его съедет кто-нибудь! Конор! Что, не ори ты так. Сейчас под танками меня раздавят. Все, по-быстрому. Это новости Европы. Лондон. Под
подпольная станция «Голос Свободы» сообщает, что американские бойцы за свободу совместно с армией США провели массированную атаку на мост «Золотые ворота». Эта операция может стать поворотным моментом в партизанской войне с корейскими оккупантами. В свете событий Совет по безопасности ЕС начал экстренное заседание по вопросу предоставления помощи заокеанским союзникам. Ну? Хомис, да. Так. Все, это конец. Игра пройдена. Ну что ж, что ж. Давайте увидимся тогда в следующей игре. Следующая игра у нас будет уже не за горами. Оставайтесь на моем канале. Пока.